For me, the alley represented an alternative path, just something different. If you just take a moment to get out your way and explore different areas, you will find more beautiful things that people never find before. These are the words from the Forbidden Alley photographer. The series Forbidden Alley collaborates with a professional local photographer in each country, exploring the footpaths of the beaten track in 8 different countries. Through the journey, the photographer will capture the architecture in the historical alleys, the locals who live there, and their memories hidden behind layers of history. Для меня аллея – это альтернативный путь, просто нечто иное. Если вы просто выберетесь на минутку и исследуете другую местность, вы найдете прекрасные вещи, которых люди никогда раньше не замечали. От фотографа «Запретной аллеи». В сериале «Запретная аллея» из каждой страны работают профессиональные местные фотографы, исследующие пешеходные тропы в 8 разных странах. Во время этого путешествия фотограф делает фото архитектуры исторических переулков, местных жителей, которые там живут, и их воспоминания, скрытые за слоями истории. Местонахождение – Великобритания, Франция, Испания, Марокко, Китай, Россия, Финляндия и также Корея.